Всем приветики. Ай, что такая довольная, Донечка? Что мама увидела? Ай, Буся тоже забыла. Это уже унюхала, да? Унюхала. Ну, их любимые лакомства — зайчьи ушки. Ушки на макушке, да? Ушки на макушке. У нас это последние ушки, насколько я помню. Поэтому грызите с удовольствием. Я не знаю, где вам в Краснодаре найти зайчьи уши. Да? Ой, белая вперед все. Куда понесла? Куда и понесла? А? Что за девчонка? Прет уже куда-то. Бусик. Ну и милусик. Это что за звезда такая? На полу не ест тогда, как обычные собаки. Надо на диван все тащить. Ну а Донечка, как обычно, леди. О, это скажет, а что это вы со мной, никто не пошел? Тоже на диван надо, да? Вам не стыдно, девчонки? Пользуетесь тем, что вам все разрешают, да? Я, ладно, разрешаю, вам и хозяева разрешают все. Все, что хотите, да, то и делаете. Довольны. Зверята довольны. Зверята, милые ребята. Бусечка тоже как аккуратненько зажал. Аккуратненький, да, мальчишечка? Сегодня вон почесаться дал даже, молодец какой. Видишь, сразу же какой стал? Более красивый. Ты, конечно, и так красивый, но так более. А что, ты потеряла свое ухо? А где твое ухо? Милуська? А, у нее вега-утер. Милуся, вот твое ушко, Милуська. Милка, Милочка, Милусь, Милка. Вот она, олененок, вот она, твое ухо. Ты его под подушку засунула. Сама засунула под подушку, сама потеряла. Что за девчонка такая? Что за девчонка ты такая, а? Ой, носятся довольные. Места-то тут больше, конечно, чем у нас дома. Носиться больше места. Да, малыши-карандаши? А, малыши-карандаши? И гулять здесь можно чаще, да? Ой, туда-сюда. Вы как-то решили больше поиграть, да? Смотрите, сейчас Донька свое слопает и начнет у вас забирать. Она такая звезда вот эта вот. Звезда вот эта вот. Наша пыха-малыха. Да, Донечка-дудонечка? Ой, несется белый зверь. Белый зверь несется. Ой. Ну вот, пока все. Сегодня у моих зверушек зайчьи уши в качестве лакомства. А что, мы пойдем дальше что-то делать? Да, делами заниматься надо. Да потом маме поработать надо все-таки будет посидеть. Да, малыши-карандаши?